Всех приветствую на канале Animal Life. Мужчина увидел на сосне странную шевелящуюся звезду. Про крысиного короля многие из вас слышали наверняка. На самом деле ничего сверхъестественного в этом нет, просто когда крысята еще маленькие, они в тесном гнезде спутываются хвостами. Как оказалось, среди белок такое тоже случается. Директор общества Небраска Humane Society Лора Страсни, куда обратился мужчина Крейг Лутман, нашедший беличьего короля на старой сосне, сказала, что за год они получают несколько вызовов по такому поводу. Мужчина шел домой, когда на уличной сосне, невысоко над землей, увидел странную шевелящуюся звезду. Присмотревшись, он понял, что это 6 бельчат крепко спутались хвостами и не могли даже сдвинуться с места, так как тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука. К тому же, они застряли между двух веток. В такой ситуации белочки легко могли стать добычей собак или котов. Их хвостики склеились из-за сосновой смолы и мусора, которое было в гнезде. Мужчина позвонил в общество зоозащитников. Его сотрудники забрали малышей и отвезли в ветклинику. Там зверькам вкололи снотворное, распутали хвостики и очистили их от смолы. Сейчас бельчата проходят реабилитацию, а через несколько дней их отнесут обратно в родное гнездо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.